Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами посмотрим Battlefield 3 режим мультиплеер, и обзор и геймплей будет достаточно необычным, потому что вместе со мной в нем принимает участие Рендир с каналом Дирплей. Ох, я промахнулся, ты хорошо кинул, я промахнулся гранатой чуть-чуть. А я его... О, убежал, жалко. Он налево убежал. Вот он. Вижу. Налево. Есть, готов. О, есть. Мне дали новую винточку штурмовую. Так. Они начинают здание прятаться, я вижу по карте. Я убил двух в голову. Пока что. На крыше, куда ты идешь? Вот. Не знаю, на крыше точно, ты уверен? Ну, идет за тобой, прямо за тобой идет. Идет за мной? Да. Я на лестнице. Значит, на лестнице идет за тобой. Я на крыше. Так. Блин. Идет за мной. Подожди, пока я никого не вижу, но просто мерцало рядом с тобой. Да, я понял. Да, тут двое. Я их убил обоих, прикинь. Подожди, на улице еще двое. Двойное убийство, так. Видишь, о! Это я. Я пытаюсь минометом. Ты? Так, все отлично. Вот интересно, если вот тут в такой, скажем, в такой расстановке сил, какая есть сейчас, если я выберу снайпера, интересно, пойдет или нет? Попробуй. Ну, не в этом раунде. Ой, какой кнопкой нож? Yes, я кого-то убил ножом. Ну что, нормально у нас с тобой? У тебя показатели лучше. В чем? У тебя меньше смертей. Так зато меньше убийств. Ну, все равно. Так, у меня фонарик открылся и голографический прицел. Ох, нифига себе, сколько нашивок. Да, я и сижу и смотрю. Я тоже. Ну да, еще не вечер, это я уже понял. Так, я сейчас попробую. А я около поезда. Я на поезде, наверху. Ой, я наверху на поезде и снимаю всех тут. Вообще уже троих. Я на какой-то желтой канистре, они меня не видят. И, конечно... Просто вот тащусь от самой озвучки, как в Bad Company, так и тут. Ну да, тут наш любимый мат есть. Да даже не то, что, а вот именно вот как-то... Ну, имеется в виду вот... Ну, все по-взрослому, скажем так, то есть... Да, конечно. Так, нашел, по-моему... Снайпер! На корабле, я его снял. Так. Что у меня, на самом деле, не очень люблю, как-то он поднадоел еще в Bad Company 2. Я вот не знаю, у меня вот, начиная с первых Unreal, помнишь, там вот они штурм ввели, когда... А, там еще такие заставочки показывали. Да, вот у меня вот к этому режиму, вне зависимости от чего, какая игра, у меня прям безумная любовь, я вот не знаю, именно в него. Ну, захват еще ничего. Так что... О, мы тут... Они справа, Рен, справа. Справа. Я кого-то убил. Тут что-то дым какой-то, я никого не вижу. Угу. Я тоже. И... Так, стой, я одного убил. Это хорошо. Это все равно не спасет точку А. Хотя, может, спасет. Ага, вижу. Ой, я в тебя... Да, я тебя убил? Нет, другой убил. Я просто тебе в башку прям попал. Я их убил обоих, кажется. Так, да, я их убил. Точнее, одного убил, а второй помощь убийстве. На, патроны, убийца. А вон они с горы бегут. Красавцы. На землю. А, ты вон он уже, ты уже. Ага. Ой, гранату к нам кинул. К нам, где к нам? Кто к нам? Вот черт. Главное, заложили. На мосту вот сложноватенько тоже. Тут БТР стоит один. Наш? Наш. А сейчас его вынесут. Так,
я вынес одного врага, по крайней мере. Нет, еще не вынесли. О, мы вынесли цель, а БТР жив. Это ты орешь? Нет. А кому там нужна помощь? Так, вот я в принципе практически добрался до точки. Меня убили. А где он? Собственно, я его не вижу. А, вот он меня убил. Снайпер на острове с деревом. Отлично. За деревом. Короче, на островке. Причем лежит. Аккуратно, аккуратно. Вот он там. Снял? Нет, лежит. Я умер. Ложись, 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 ложись. Я его снял. А, да? Да. Тогда к тебе. У меня просто увеличенный магазин, он думает, что я сейчас буду перезаряжаться, а я могу стрелять там до потери пульса. Надо тоже поставить. Спасибо. Так, я к тебе. Вот. Одного снял. Я минирую А. Давай. Есть. Я к тебе, я к тебе, я к тебе, я к тебе. Снес тут двух. Ты еще жив? Нет, я умер. Черт. Ну все, они начинают нас тут давить уже. Может быть через... Ага, вот так можно. Через... И меня убили. Несправедливо. О, ты живой. Это хорошо. Угу. Причем в удачном месте. А. Да-да-да. В очень удачном месте, уже двоих снес. Вот с наперочечком бы тут. Так, еще одного сейчас снесу. Давайте, выходите. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, не заходи. Зашел, меня убили. Я не успел на выстрел нажать. Меня там уже второй раз убивают. Сейчас я попробую все-таки того убрать с того прохода. Да я тоже пойду. За тобой. О, эмоции в чате. Тихо, тихо. Ой-ой-ой. Я убил тебя. Да, да, есть такое. Зато как это символично. Ты не дал убить меня противнику. Лучше от твоих рук, чем от чужих. Слушай. О, воскресили. Опять убили. Опять воскресили. Это прям мини-игра. Опять убили. Опять воскресили. Слушай, меня опять убили. И опять воскресили. Опять убили. Опять воскресили. Да, я как раз вижу этот момент. Действительно весело. Классно.